Аффирмации для женщин. Я женщина. Я счастливая женщина. Я женщина-мистик, и я знаю это. Я беспечно обеспеченная женщина. Я чувствую изобилие каждой клеточкой своего тела, своей души, своей женской сути. Мое процветающее женское «я» оживает сейчас. Мое богатство, мое изобилие уже существует внутри меня, в моей истинной природе. Мое истинное богатство внутри меня. Там есть все, что мне нужно для истинного женского успеха. Изобилие приходит ко мне в разных формах. Через людей, общение, знания, творчество, время и пространство, деньги, материальные блага и множество других возможностей. Я настраиваю себя на чувство меры, золотой середины. Я живу в достатке. Я пребываю в женском качестве, и Вселенная заботится обо мне, как о женщине. Я оставляю в прошлом свои страхи о том, что в женском состоянии я останусь беззащитной и брошенной. Я оставляю в прошлом свои страхи о том, что меня ждет бедность и нужда. Я забочусь о своем женском. Я всегда легко и естественно забочусь о необходимом для себя, моего мужчины, моих детей и семьи. Бог, Вселенная, мужчина и мои небесные покровители заботятся о моем изобилии. Время дефицитности внутри моего существа завершилось навсегда. Я готова принять себя как женщину, живущую в изобилии и своим примером утверждающую право человека на изобильную жизнь. Я создаю энергетику достаточности в себе, в своей семье, и я пребываю в ней. Все необходимое для моей счастливой жизни приходит само. Во мне, в моем внутреннем женском, достаточно всех ресурсов – любви, свободы, женской силы, творчества, красоты и ума. Я культивирую самое себя, свой внутренний космос, свое божественное женское как высшую ценность. Я всегда помню и чувствую связь с духовным и чувственным богатством внутри себя. Я для себя важная драгоценность. Я бесценна и уникальна. Я чувствую себя как сокровище, которому нет цены. Я чувствую свою жизнь как священное пространство, как храм. У меня есть сила богини, сила Шакти. Я ответственно проявляю свою женскую силу. Я цельная, я целомудренная, я истинная, я чистая и искренняя. Я могу творить, создавать, привлекать благо своей женской силой, сохраняя себя, свою чистоту и свое целомудрие. Я опираюсь на свою женскую силу и целомудрие. Моя женская сила – это сила самопроизвольного деяния, расслабленного и доброго. Я создаю в себе состояние, которое притягивает благо. Я избавляюсь от скудности в сознании, в мыслях и в сердце. Я избавляюсь от скудности в чувствах, действиях и отношениях. Я культивирую внутреннее сияние и достаточность. Мое космическое спокойствие, легкость и невесомость – мистический магнит для блага. Я делаю то, что люблю. Я творю легко и естественно. Мое творчество приносит благо мне и людям. Я проявляю свой творческий потенциал очень ярко. Это приносит мне процветание. Я иду в направлении себя, своего стиля, потока и своего уникального пути самореализации.
беспечная беспеченность приходит ко мне так же естественно, как бежит время. Беспечная беспеченность заполняет мою жизнь так же естественно, как воздух заполняет пространство. Беспечная беспеченность течет через мою жизнь так же легко, как вода омывает мое тело. Я действую в своем ключе от чистого сердца, из женских точек бытия, наслаждения, равновесия, любви, гармонии и служения. Я включаю чистый творческий посыл в любое действие. В любом месте у меня есть право действовать по-женски, сохраняя свою цельность и достоинство. Я оставляю в прошлом мужские способы общения с людьми, событиями и деньгами. Я культивирую отношение к делу, как к волшебной игре. Я действую как женщина всегда, везде и со всеми. Мое богатство создается не столько в действии, сколько в бытии. Я отдаю должное как бытию, так и действию. Для меня одинаково важны пассивность и активность. Я легко жертвую деталями мнимого изобилия, престижем, роскошью, статусом, превосходством. Я щедро вкладываю свою любовь, мудрость, таланты, добродетель и свои ресурсы в себя, в своего мужчину, в свою семью и общество. Я отдаю щедро, от сердца. Я умею принимать защиту, заботу, помощь, подарки. Я умею щедро дарить защиту, заботу, помощь, подарки. Моя беспечная беспеченность приходит из различных источников, но они всегда истинные, чистые и достойные уважения. Я разрешаю себе принимать то, что судьбой уготовано для меня и стремится во мне. Мой главный покровитель – сам Бог. Мой покровитель на земле – мой любимый мужчина. Я искренне благоговею перед своими покровителями. Люблю их, ценю их, благодарю их. Я верю в Бога, в своего мужчину, в своих сыновей, в Отца и все мужское во Вселенной. Мое женское начало – гармоничное дополнение мужскому началу в природе. Когда мой финансовый поток иссякает, помощь всегда приходит неожиданно. Она даруется мне. Я – женщина, через которую идет поток блага. У меня есть все необходимое для того, чтобы воплощать свою божественную женственность на этой земле. Я пребываю в глубоком единении со своим чистым женским источником. Я нежная, добрая, любящая, женственная. В самом истинном смысле я олицетворяю собой женскую природу. Мне легко и спокойно. Я беспечно обеспеченная внутри себя и пространстве земной жизни. Вселенная, Бог, мой любимый мужчина всегда заботятся обо мне. Я верю в Бога. Я верю в Бога безусловно. Я верю, что Он хранит меня и Его Вселенная, мой истинный дом, в котором я живу в изобилии всего, что нужно для счастливой жизни. Я верю в своего мужчину. Я верю в него, когда он теряет веру в себя, даже если его мама теряет веру в него, даже если его друзья теряют веру в него. Я безусловно и всегда верю в своего мужчину. Я в полной безопасности. Мой мужчина – это проявленный Бог на земле для меня. Я люблю его, уважаю его, верю в него. Я верю в возможность моего мужчины реализовать свой потенциал и обеспечить мне и нашей семье полный достаток. Мой мужчина заботится обо мне, о моих детях и близких. Мы всегда живем в полной гармонии, достатке, и мое сердце спокойно. Все мужское в природе заботится обо мне. Мое процветание священно. Я беспечно обеспеченная. Я муза для моего мужчины. Я легко вдохновляю его своей любовью и верой.
Я и мои истинные потребности – стимул для созидания для моего мужчины. Он прекрасный творец. Он легко созидает все необходимое и желанное для нашей семьи. Бог всегда нам обеспечивает возможность реализации всех творческих планов и решений. Наша семья творит благо, и мы живем в полном достатке благополучия. Мое изобилие – это любовь и мудрость, талант и добродетель, деньги и материальные блага. Я благодарю Бога за все, чем я являюсь и что имею. Я благодарю Бога за изобилие, принадлежащее мне. Я приумножаю ныне все, что имею от Бога своим творчеством, своей любовью, радостью и благодарностью. Я всегда в контакте с потоком божественного изобилия. Я отпускаю беспокойство и становлюсь свободным каналом для легкого поступления в мою жизнь потока духовного и материального изобилия. Моя жизнь полна изобилия здесь, сейчас и всегда. Я беспечно обеспеченная. Я отпускаю страхи и верю в то, что Бог даст мне все, в чем я нуждаюсь. Бог – это постоянный источник изобилия, всегда соединенный со мной. Вселенная есть пример божественного изобилия, включая Землю. Мне всегда дается в изобилии все, что нужно для жизни. Любовь, радость, творческий потенциал, воздух, вода, пища, тепло, здоровье, материальные блага. Мое божественное изобилие – это мое врожденное право, данное мне с рождением. Я беспечно обеспечена, ведь я женщина. Мое божественное изобилие – это праздник моей жизни. Мое божественное изобилие – это ощущение свободы. Я принимаю поток неограниченного божественного изобилия. Я притягиваю к себе божественное изобилие. Я беспечно обеспечена. Божественное изобилие – это основной принцип Вселенной и моей жизни. Божественное изобилие – это моя реальность. Я беспечно обеспечена. Божественное изобилие – это моя природа, это качество моей души. Божественное изобилие – это основа моего миропонимания. Я впускаю поток божественного изобилия в свою жизнь здесь и сейчас. Божественное изобилие – это когда у меня всегда есть столько, сколько мне действительно нужно. Божественное изобилие – это благословение Творца, постоянно приходящее в мою жизнь. Божественное изобилие доступно мне в моей ежедневной жизни. Впуская изобилие в свою жизнь, я праздную торжество жизни. Я радуюсь божественному изобилию, льющемуся на меня постоянно. Я праздную божественное изобилие в своей жизни каждый день. Я беспечно обеспечена, и я пользуюсь божественным изобилием легко и естественно. Мое божественное изобилие – это поток, несущий в мою жизнь энергию и радость. Мое божественное изобилие приходит ко мне естественно, легко и постоянно. Божественное изобилие входит в мою жизнь, приумножается, и я щедро делюсь им. Я щедро делюсь своим богатством со всеми, кого люблю. Божественное изобилие льется в мою жизнь в виде идей, творческих замыслов, эффективных решений, радостных действий, прекрасных результатов во всех сферах жизни. Я благодарю Бога за свою беспечно обеспеченную жизнь в изобилии. Я благодарю Бога за свою беспечно обеспеченную жизнь в изобилии любви. Я благодарю Бога за свою беспечно обеспеченную жизнь в изобилии радости. Я благодарю Бога за свою беспечно обеспеченную жизнь в здоровом, красивом и молодом теле. Я благодарю Бога за свою интересную, творческую, беспечно обеспеченную жизнь в полном изобилии.